Вот так же идет, да? Вот там что-то белое. Что-то белое? Да. Ну делай, вручай, что ты прячешь? Пуля, у тебя день рождения уже начинается. Ой, а что, не снимай? Нет, снимай. Поля, пойдем в кухню. Ты нам не хочешь показывать, что ли? Пойдем скорее на кухню. Иди, Ксюшка. А, Ксюшка, привет. А вы что-то поели уже? Слушай, рыбным пирогом пахнет, да, прям рыбой. Спасибо, деда. Нет, это я принесла, да. Спасибо, говоришь? Ну, давай. Что смотри, такое? Что там. Искра, что ли, оттуда была? Ну, могло быть, да. Чем была искра? Нет. А что, мне показали? Вот это а, вот здесь. И что-то еще. Футболка. Что-то еще? Футболка. Я этикет оторвала. Извините, оторвешь. И сам. Это теплый уже взяли. Футболка. О! И конфетка. Поля такая. Нет, это Ксюша распакует. Почему? Ну, потому что, Ксюша, ты это не умеешь. Инга, давай я распакую, потом бегаю теперь к ней. А, распаковывать она не может? Да. А, вон и что. Тима, ты рад салату? Да. Да? Я знаю, какой ты любишь. С утра его готовила. Я его не с майонезом, а со сметаной сделала. А чтобы он настоялся, чтобы он пропитался. Так же, как тортик пропитывается. Поля такая, я не увидела огромную коробку заколочек конфеты. Наверное, что-то там еще есть. Ну, наверное. Наверное, наверное. А это что? Ой. Это игрушка. Игрушка? Ну, и вешалка. А ты прочитай, что там написано. Вот не с этой стороны, а вот с этой стороны. Да. Ну-ка, читай. Сён игрушка. Ку. Ку. А первое слово еще прочитай. Ш. Шку. Не-не, первое слово. Сён. Ш-ём. Сён. Нет. Шьем игрушку. Молодец. Вот будете с мамой шить игрушку. А, это шить игрушку. Ну, конечно. Но мама куалу. Только не может. Как это не может? У нее палец болит. А, нет, точно. Уже пойдет. Уже полегче стало? Угу. А. Ну, все тогда. Что скажешь? Спасибо. Пожалуйста. Дай поцелую тебя. А деда поцелуй, он сегодня побрился. Вот так. Не с усами. Не с усами? Так, камеру. Где тебе сфотать, Поля, красиво, чтобы иди сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, возле нашей панели моднявой. Подожди. А, пакет надо? Ну, правильно. Только ты загородила весь костюм. Ух ты, какое сердце-то у тебя. Очень красиво. Вот так, да? Ух ты, очень красиво, Поль. И сердце какое у тебя, да? Такой цвет приятный. Да? Это обязательно. Тебе сколько лет? 4. 4? А будет? 5. А потом? 6. А потом замуж, да? 7. Ой, ну все, все как раз хорошо. 8, 9, 10. Очень красиво, Поля, я рада. И упала киса. О. Держи. О, это что? У нас посылка из любимого Василька. Так, ну носки не будем распаковывать, да? Угу. Это набор из 5 пар носков. 5 штук? Да. Короткие женские носки. Дальше. Тут полотенце. Как я и говорила в прошлый раз еще, что на Васильке очень много, теперь большой выбор новых полотенец. У нас есть
подкушка. Это производство Узбекистан. Они тоненькие, впитывают хорошо. И сохнут потом быстро. Так, а это большое? Это большое полотенце, да. Милая дружненька. Угу. Это классное. Это тебе. Да, большое. Ну, совсем большое, да? Такое. Банное. И с бахромой. Классное. И с бахромой, да. И это тоже вам. Мне тоже нравится оно, да? Красивый такой орнамент. Мама, папа. Сделай на полосу. Так, дальше мы взяли на матрасники девчонкам на кровать. На матрасник водонепроницаемый. Размеры там разные есть. 80 на 200, 90 на 200, 120 на 200, 140 на 200, 160, 180 и king size на королевской кровати. Взяли мы таких два на матрасника на новые кровати девчонкам. Ксюшки и Поле. Теперь вот такие сидушки на стулья. 4 штуки я взяла Маше, заказала. Вот такие они, уютные. Михалыч, тебе поди тоже надо было на кресло, да? Давай, Маша, одевай сидушку. А я дальше буду показывать. 4 сидушки Маше взяла и 2 нам. У нас с тобой 2 стула. Будет на кухне, я буду ждать. Вот они, 6 штук. А это на матрасник. О, ты уже отличный. Размер хороший. И цвет приятный. Я еще и сяду. Нет, ты садись, я тебя поснимаю. Вообще классно. Угу. Расцветки там разные на васильке. Можно выбрать по цвету вашего интерьера. Так, ну, сидушки эти сюда кидай. Давай покрывало. У нас тут собачка маленько порвала покрывало на диване, поэтому решили обновку сделать. Затаяли. Да, еще и бантиком. Подарочек. Подарочек получился. Такое вафельное покрывало. По цвету тоже, смотри, как хорошо подходит, да, к обоям. Ну, почти. Что-то среднее пойдет. Ну, приятненькое такое. Угу. ХБшечка. Все, отлично. Размеры там тоже разные. Представлен на любимом весельке. Ссылку на любимый василек, а также на соцсети я оставлю в описании под видео. Проходите, выбирайте, заказывайте. Вот такой диван у нас получился. Очень даже замечательный, яркий такой цвет, насыщенный. Вот, обратите внимание на сайте любимый василек. Сейчас я вам на весь экран сделаю. Выбираете постельные принадлежности под категорию покрывала. И вот, пожалуйста, если надо хлопок, выбираем хлопок. И посмотрите, какие здесь расцветки интересные. Мне вот еще нравится такой графит. Размеры здесь тоже разные. Есть такое светлое покрывало. С бахромой. И цена зависит, конечно же, от размера. А теперь посмотрите, такое, как полотенце мы выписали, да? Такое же есть покрывало с бахромой. В общем, заходите на сайт «Любимый Василек» и выбирайте то, что вам нравится. И еще хотела показать вам
Так, для дома товары выбираете под категорию для дома. И здесь вот эти как раз подушки-сидушки. Это новые товары у них. И уже есть со скидкой. Посмотрите, вот серый цвет. Есть круглые подушечки на маленькие стулья, табуреточки. Есть квадратные. И цветовая гамма самая-самая разнообразная. И размеры еще, я так поняла, есть тоже разные. Вот видите, нажимаем. Есть размер 33/33 и 40/40 еще, если у вас большой стул. Вот так это выглядит.